Накануне Дня физкультурника по инициативе правительства области в разных городах и районах Верхневолжья проводятся спортивные праздники. Одно из самых массовых и ярких мероприятий прошло в столице Московского моря – Конаково. Межрегиональный спортивный праздник «Если хочешь быть здоров». Первые годы мы проводили праздник для города, для района. А потом стали расширяться, и в прошлом году уже он был межрегиональным, то есть к нам стали приезжать спортсмены из Дубны, из Твери, из Кимр, из ближайших регионов – москвичи. Действительно, в это воскресенье конаковский праздник получил не только межрегиональный, но и впервые международный статус. Вместе с хозяевами на старт вышли представители Украины, а также других городов Тверской, Московской, Костромской областей и Москвы. В принципе, у нас здесь дача рядом, а во-вторых, Волга – это великая русская река, которая просто дает силы, заряд, энергию. Как говорится, Россия сильна своими регионами. Свою силу в программе праздника можно было проверить в соревнованиях по 30 видам спорта. Здесь были представлены состязания на любые вкусы, возраста и способности. Очень нравится, очень так дружно, то есть все общаются, много видов спорта, во всем можно поучаствовать. Хорошая организация для всех и для всех видов. Для всех возрастов. Причем и для детей мне нравится, что и совсем для маленьких есть и батуты, и от мала до велика всем найдется занятие. Для самых маленьких детей до 5 лет была проведена самая настоящая велогонка по шоссе. Крути, молодец! Крути, крути, крути! Вы в гонке участвовал сегодня? Да. Нет, только я ездил вот там. Да. Вот там, где полсмас. Матвей, какая задача, какая цель у тебя была сегодня? Большая. Какая? Большая. Понятно, что у каждого участника на этом празднике была своя большая цель. Матвей Кононов выиграл гонку и завоевал свою первую золотую медаль. А для большинства спортсменов и любителей уже просто само участие в соревнованиях стало возможностью получить удовольствие и приобрести новых друзей. Я просто поучаствовать решил, посмотреть. Интересные праздники такие, вот если хочешь быть здоров. Для себя. Очень. А объясни, в чем интерес для тебя? Веселые конкурсы, призы и хорошее настроение. Программа соревнований началась в 10 часов утра, завершилась в 8 часов вечера. Состязания виды спорта, как в эстафете, сменяли друг друга. Одним из самых представительных получился турнир по пляжному волейболу. К сетке вышло более 60 команд. Сильные команды, но борьба упорная. Одну выиграли. А цель у вас какая? Просто удовольствие? Получить удовольствие, да. Получить удовольствие и, естественно, побороться. Ну и спорт, в том числе здоровый образ жизни. Всего в конаковском спортивном празднике быть здоровыми захотели около 2000 детей и взрослых. И все получили хорошее настроение, 500 призеров медали, а 200 самых лучших еще и специальные призы. При этом, насколько эффективны и необходимы такие праздники, мы увидим в сентябре, когда начнется новый набор спортивной секции. Конечно же, это подстегивает маленьких детей, родителей для того, чтобы отдать детей в секции, чтобы они были здоровыми, сильными, занимались спортом и добивались результатов.